Здрасте. В доте у меня бан за какие-то даунов кидает. То есть одну игру мне заруинили на стриме. Две игры я пытался найти, у меня бан. Теперь 100 минут, блядь, ну не 120 минут. Не знаю, попозже буду поиграть. Я пока в поешку. Решил заодно пораньше включу стрим. Посмотрю, будут ли потери кадров ебаных. Какого черта этот OBS выебывается? Инфа засекречена. Эли рефлект. Ек. Но то надо, очевидно, physical lightning. То есть, стоп, чё я несу, блядь, какой нахуй physical lightning. You wish to speak with me. Не знаю, может я стану стримить доту два раза в день. Возможно. Я не по утрам играю или в ПОЕ, или в доту. Ну, по крайней мере, раньше. До последних пару недель я в доту сейчас не играю по утрам. Хотя по утрам, как бы, многие работяги пропустят стримы. Не знаю, надо сделать голосование. Я, наверное, сделаю голосование в группе ВК. Потому что я не успеваю отстримливать игры, но в любом случае я готов играть как бы по утрам. Потому что по утрам мне больше ничего делать. Скорее всего, сделаю голосование в группе ВК сегодня вечером. Там. Ну, вроде потерь кадров нету, я хз. Сложно. Сложность бытия. Сложно. Дерьмо какое-то. Ну, раз 5 линк, то уже хорошо, наверное. Ну, вообще, тут ужасные статы, просто пиздец. Уже, я не знаю, по-моему, это было раз, это лучше. Хотя, хз. Это было раз, 6 линк, типа. Ну, ради 200 брони, 39 лайфа и капельки резистов. Как знаешь. Дамажит, блядь, голем ебаный. Пиздос. Кто меня дамажит так? Тут же нету ДМГ модов толком. Ну, тут есть ДПС. Пауэр чарджа и спиды. ХП уходит, как дети в школу. Как будто тут, блядь, не знаю. Странно. Хм.
Ну, крематориум. В который я не бегаю, но по картам. Кто дамажит так сильно? Алло? А, ну может еще минус реген сказывается? Странно. Ну, эй. Что? А что это за урон вообще? Откуда столько урона? Ебать! Типа я без ДПСа на Эли Рефлекте. Плюс, ну, короче. I can't do this just yet. Пиздец! Вот это урон! Откуда оно столько? Вы это видели вообще? Что только что произошло? Я ворвался, оно меня начало убивать нахуй. Вы это видели, блядь? Как будто... Я не знаю. Что за карта вообще? Почему так сложно тут? Я вообще не ожидал, что будет так сложно. Что очень странно. Ебучий рефлект. Было бы ТПС больше, конечно, они бы не успевали просто этот урон наносить. Шок. Соломона, вориор. Вы это видели? Я чуть не упал. Ебать! Я так не ворвался! Под воротами, я думал, все нормально, я просто бум! Просто пшш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 ш
Вау! Это рофлит кто-то. You wish to speak with me. Сегодня я у мамы рофлер. Пиздец. Ну его нахуй контент. Бррр, контент.
How may I be of assistance? Так, стрим не лагает, игра стоит. Нормально. Good day to you, Exile. Good day to you, Exile. Двенадцать процентов сразу, горджик. А так ее можно даже, ну, такую пойти сразу же, так сделаю. Так. Good to see ya. Don't be a stranger. I can't do this just yet. Nice day for it. Always a pleasure. Алло. С ОЕшкой, окей. Да, только да, игра, можешь не смотреть. Мне специально зарунили, плюс 1000. Там хуйня. This way, Exile. Саночка! Кулити! Гордж в Гордже, это как? Лол. Я открыл Гордж в Гордже, блядь. Что? Первый раз такое, если честно. Лол, я открыл 75-го левела Гордж в 76-м левеле Горджа. Это как вообще? Ебать, парни, в шепот. Рафлан в шепот. Сейчас попасть туда чищу это. Thank you.
Коли вы ныкаетесь от меня? Сейчас бы за камнем спрятаться. Нет. Накрою этого другого челика. Крайтина. Место закончилось. Г-г-г. Изи. Теперь мой основной горч. Что шепот. Ты хуйни. Даже я бы сказал, что путеварий. How may I be of assistance, Exa? I can't do this just yet. Погнали дальше. Основной горч. Бати големы домашние. Да блять, ты чуть не умираешь.
it's expensive. Голем ебучий. Бесишь. Ек! I believe in friendly light. Я думаю, что тебе не надо писать мне всякую хуйню. Я думаю, что мне не 13 лет. Мне неинтересны вещи, которые Good тебе day интересны. To you, exile. Это что-то стоит? Obliteration. А хуй его знает. Походу, да. Вот регал подъехал. You wish to speak with me? Оу? Почему так? А, решил продать. Я ж его не продаю. О, плато. Найс. Нет места. Good to see ya. Until next time. Кто там мажет? Так, парни, похуй вообще! Не чувствую! Да ничего. Я просто не понимаю, чем вообще думают те, кто пишут мне вот это вот.
Пам. Так, надо еще плато сыграть. Потому что плато это кайф. Good day to you, Exile. Плато это кайф. Так-то, перчатки, блядь. Что жалко продавать, хотя тут fire damage на них, на помойках. Баба physical damage. Можно было бы продать вообще нормас. Нет, помойка вообще. Прям слишком. You wish to speak with... О, кайф! Magic Monster, Rare Monster, это кайф. Чё с паксайзом? Это найс. Это я уважаю такие карты. С паксайзами и с Magic Monster, и с Rare Monster. Это вкусно. Nice day for it. Don't be a stranger. Пятьдесят 6% хули. По идее, я буду, наверное, к концу Пирандус хардкора лиги. Наверное, где-то буду наполовину 96-й. То есть у меня будет 95-й левел и 50%. А может и даже 96-й хз. Ну, типа там должны шмотки норм подъехать. С лиги. Мне уже некоторые передали, кто обещал. Там вообще прям жесткие шмотки. Эй! Yeah.
I believe in traveling light. Охуенно! 110 выпало, 2 охуенных Т-11. А, одни из лучших Т-11. А может, лучше даже? Найс. Вкусно. You wish to speak with me. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чего не хватает? Чего не хватает? А, пояс. А вот пояс, лол. Оп. Изи регал. В теме начинает заебывать, если честно, вот это вот. Эти рецепты на регалы постоянно перекладывать. Сложно? Good day to you, exile. Ну, я жадный. Так, стоп, а как-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А где сапоги? Блять, давайте добавим сапоги. Хуя себе сапоги, блять. А, не без лайфа. Сапоги без лайфа, это не сапоги, хотя... Да, не без лайфа, вот, не добавить лайф. Сапоги-то без лайфа. Так, меня заебали откровенно эти регал-рецепты. You want something? Есть какие-то сапоги рандомные? Блять, этим лава посидеть, шок. I can't do this just yet. Великие деньги! Блять, что там, это уже... Что-то сложно. А, я уже не помню, как-то я поставил, короче, ну, low level rare шмотки, то есть база. Короче, я не показывал хуёвые базы, то есть, которые продать, скорее всего, не получится. Нужно, чтобы база была хорошая у шмотки, понимаешь? Бля, сапог нету. Шок. Good day to you, exile. Лол.
My spirit is spent. Зачищено. Нажму поиск. А пока шмотки продам. How may I be of assistance? Кстати, я тоже сейчас не смогу, походу. У меня будет бан 1000 лет. Великие деньги! Виталий, планируешь ли ты вступить в клуб 27? Парни, ну не сложните, плиз. Клуб 27, что это такое может быть? Это челики, которые дожили до 27 лет, или которые умерли 27 лет? Здорово всем! Папик, успокойся. Это третий донат по 150. Хочу прорекламировать группу Века Мысли Ура. Второй. Группа начнет работу, как наберется 10 подписчиков. Так что попечь, заходи. Ну да, хорошие сапоги, в принципе. Только без брони. Без брони. Я бы их не стал носить никогда. Ну, я должен... Ну... У меня хотя бы вот есть 363, это как бы, ну, среднее. У меня сапоги будут 500 брони. О, все, игру нашло. Пошли в доту. Еще пара не шо контент будет. Попадется команда уёбков, а доджить я не могу. Сегодня уже стримил дотку, кстати. Там вообще пиздец был. Такие твари. 0%-овые. Руинеры. Так. Ну я не буду даже смотреть. О, кайф. Да, он взял мою аватарку. Шок. ММР Ассасин, ясно. Блять. Вы проебали. Хотя у них победки вроде, но. Что-то чувствую. Бля, хули этот чел взял мою аватарку, блять? Ну, вы дауны или что? Это ж моя аватарка. Свою придумай. У моих союзников вроде всех победа, но это ничего не гарантирует. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Кого забанили? Лича, Бадона, Сларка, Алхимика. Ну, ладно. Ладно, шоколадно. Фурион, Фурион! First pick Фурион, кик. Ту-ту-ту, лоу ПТС каточка. Ну, в принципе, любая каточка ниже 6К считается лоу ПТС уже, насколько я понимаю. Ten seconds remaining. Никто не пикает. Five seconds remaining. Your turn to pick. А что мне тут героя не видно? Странно. Он навел, поставил иконку. Ему видно дебага, а я не могу. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ч-ку-ку-ку-ку.
Минус деньги. Бля. Походу сложная игра будет. Сейчас будет пойти Ргимару роуминг. Чел, который хотел фармить, будет на саппорте пытаться играть. Не люблю такие игры. Ну, у них вроде пока не сильный прям пик. Ну, хз, что они возьмут. Я так понимаю, Фурион лес, Феникс, который ХПТС, наверное, пойдет же на харду, Солохард. Фурион лес, Феникс, Солохард, Патма или мид, или что? Потому что если Патма роуминг, то у них 3 соло-лайна получается с Фурионом лесным. Хз, короче, сложно. Your turn to pick. Бристл бак как керри? Бристл бак керри или чё? Ну походу керри, да. Лол, ЛЦ. Your turn to pick. Не, ну тут очевидный пик. So what if I swagger? Prepare for battle. You are in my presence. Ну, а срочно чат замутить, мне какой-то имбецил пишет пик Эверскинга. Нулевой игрок. Это же, блядь, какой-то даун, блядь. Верьте деньги! Мой король, я пожадничал на 50 и проебал 100. Но дело не в этом. Будучи долларовым миллионером, не думали ли вы о том, чтобы попытаться помочь страждущим? Тем более в пасхальную неделю. Виктория красненькая загибается на помойке, но не два. А настоящий. Жальтесь и эвакуируйте ее к себе под бачок. Что ты несешь вообще? О чем ты вообще несешь? Ты вообще в курсе, что я, во-первых. Ты вообще в курсе, что я в другой стране живу? И вообще, что ты вообще несешь? О чем ты несешь? Как... И почему я долларовый миллионер? С каких пор я долларовый? Я даже, блядь. Я не то, что не долларовый миллионер, я даже не гривневый миллионер. Я даже, блядь. Я даже не рублевый миллионер. Я так полагаю. There are wraiths among you. Ебать, имбецилище! Даунище! Я ненавижу просто вот, блять, паузы. Любой, кто ставит паузу, будет проклят. Проклят высшими силами. Проклят всеми, блядь. Опять вылетел, блядь, долбоёб. Тупо руйнер. Пиздец. Как можно выиграть с геймруйнером? Долбоёб ебаный. В команде, как всегда, играть невозможно. Не думаю, мы проебали. У меня все игры, блядь. Последние три игры, вот. Сначала вылетает все модок. 4 на 5 играть. Next игра, а мне руинит. Эта игра снова кто-то вылетает опять, блядь, непонятно, да, как играть, что делать. Хули ты вообще в игру зашел, долбоёб ебаный. Кстати, Бристлбэк это изи, если он на харде соло.
вообще есть. Надеюсь, он не с Фениксом. Он же не может быть с Фениксом. Подмаши мид. Ну, большинство бэка это максимально изи. Главное, чтобы Джекира не был хуесосом. By any measure. Изи ПП, это на долбоёбе. Странно, я думаю, я ПП получил, а я не получил. Но его не добило, почему-то станом. Странно. Wise counsel. I'm your once and future thing. By my crown. А, стик срочно. I'm always at my best. Keep your thoughts to yourself. Wraiths, your king is here. Fall upon them. At my word. In my presence. By my decree. Пока все идет хорошо, вроде. Я не жалуюсь. So как он этого крипа добил? Ну ты что, сын дерьма ебаного. У меня есть почти мана 2 стана. Джакира додумался запулить, было бы идеально, но он дурак. Джакира не додумается. Ну я могу 2 стана дать ему, пизда, если подойдет. Нет, у хила можно его похоронить. Сейчас могу прожать стики, и мы его убьем. Добивай его, блять. Ну, ББ Салахард, как бы... Это только ласт пиком против определенных героев, которые ему ничего не сделают, а против Джакира и Рейс Кинга это вообще невозможно играть. Ему только фидить на самом деле. Он не может не фидить, как бы он ни старался. Единственный вариант не фидить, застоять, не знаю, возле вышки всю игру. Только так можно не фидить. Че, у меня снова стан, считай, что есть. Один стик, у меня будет стан. Кто
What are you afraid of? By my decree. Не буду пока кидать стан, мы его не убьем. Думаю, два стана накопить. Your king moves of his own accord. Fealty. Behold the race. As you advise. Is your honor. И не убил, рак. ГГ. Frustrate yourself. И Джокира умер. Майс ЛС играет. There are wraiths among you. So what if I swagger? Два ЛСа ебаных пошли просто на фидере. Вы бы еще на Т4 пошли. Тупорылые животные. Never! Ну фид мне стик. Я только за. Я только за лети. By any measure. We are in a... В принципе, можно купить ТП, продать танга, ну хз. У меня вроде мана уже есть, почти полная. Ну если я нажму стик, и ПТ на инту будет мана. На два стана, на ульту скорее всего будет. Они заебали там на миде фидить. Они опять фидят? Походу нет. You are in my presence. Come, let's be a hub. Пошел нахуй! Соло разъебу. Keep your thoughts to yourself. Keep your thoughts to yourself. By my decree. Tisa. So what if I swagger? Ну хоть убили, блять? Ура! Молодцы. У меня, в принципе, армлет должен быть довольно-таки быстрый. Даже учитывая, что я фраги не получил. Блять, сейчас опять нафигит. Да что за рак на Эмбере? Лол. Нах он так играет в доту? Пиздец, раки ебаные. Сейчас сдохнут все. ЛЦ они не убью, походу. А, ясно. Рики хуесос. Без 6-го левела. А как она выживает? А, Эмбер хуесос опять руинит. Вау. За меня руинеры. Нет, сори, парни. Походу, эту игру мы проиграли. У меня на миде хуесос играет. И Рики хуесос без 6-го левела не добили ни раму. Ну, я могу сделать вывод из того, что сейчас произошло, что все хуесосы в команде. Who's in charge here? Почему все так плохо прошло? Почему никто не умер?
Да, проебанная ТП, блядь. Го, замочим кого-то, алло. Только надо легионку. Хуй знает, сложно. Она подошла к этому добивать. Еще союзники где-то хуесосы бегают не там. Не приходят гангич. Почему Бристлбек вообще кого-то убивает? Почему Бристлбек убивает Рикки? Каким надо быть дауном, чтобы умереть Рикки против Бристла? Как ты вообще умираешь? Как ты это сделал? Вкусно? Уродище. Изи. My next coronation. Tis your honor. Rise again. Double kill. Наконец-то Эмбер не фидит. I walk among you. Tis I. Блять, да, он вообще на фидите. Раки ебаные. Я вас рот ебал, раки, у меня ТП на КД. Раки ебаные. The enemy's bottom tower has fallen. Мне надо по-любому агентство брать перед порталом. By my decree. Submit to the Wraith King's rule. By my craft. Ты чё, рофлишь? Походу он думает, что если он спиной стоит, то он неуязвим. Вот у меня такое ощущение. Алло, даун! На! На уичах. Что это за звук, блять? У ебаного... Что это вообще? Так думаю, надо еще раз древних формануть. Your king moves of his own accord. Может, я смогу отхилиться? Бля, без арбалета хочу, хочу отхилиться. Ладно, похуй. Лучше побыстрее. Теперь можно и похилиться. Be
who's in charge here? Го драться, короче. So what if I swagger? Иди ищи врага. Я сам кинул. I'm always at my best. Как ебаная. Your king moves of his Команда раков! Почему Стан не кинулся? Почему Даун ебаный, блять, отошел? Поносище, помоище. Вижна не было. Даун, кинь тучку! Тучку кинь! Your middle tower is under attack. Пиздец, хуесос. Ебать. Он бьет, блинкается на нее. Какой же хуесос, блядь. Он берет и блинкается на нее. Ебать, шок. Он берет и на нее блинкается! Алло! Не, а зачем тучу кидать? Надо блинкнуться на нее. Он что, дебил, сука, вообще, блядь? Бля. Шок-контент. У меня уже нету пока. Ясно. Бристобайк просто напал и просто умер. Я ебал тебя в рот, хуесосище. Да, Лесса. Можно так изи проебать. Блять, ну нахуя вы нападаете, если вы убить не можете? Ура, смогли. Your elements return to nature. Wraiths, your king is here. Oh, baby. Tis I. Сейчас бы сапоги выложить. I walk among you. Your bottom tower is under attack. Челики, которые выкладывают шмотки, все еще живы. Они еще не сдохли от рака. Интересно. А,
Не, ну Ксин у нас высочайшего класса игрок. Не, ну Ксин у нас высокого уровня игрок. Я ебал, короче, ладно, мы проебали. Я сгорел. Ну Ксин высочайшего класса игрок. Нахуй я бегу вообще туда, то есть, ну, то, что я бежал за этим долбоёбом, это ошибка, понимаете? Это ошибка, потому что у меня чел долбоёб. Он без иллюзий играет, без чего, почему он... Блять. Ну ладно. Ой, блять. Его самого не заебало фидить? Да хули вы даун и умираете, блядь. Это пиздец. Wise counsel. Prostrate yourself. Найс, nice. Хорошая руна, самая худшая из всех рун возможных. Не так все хорошо начиналось, но это пиздец. Of his own accord. Your bottom tower is under attack. Who's in charge here? Radiant structures are fortified. Keep your bottom tower is under attack. Наш не дамажит сало. Your bottom tower is fallen. А, найс, реки. Куда мы идем? Что мы делаем? Почему они ломятся аж туда? Что вы делаете, алло? Что вы делаете? War is torn. А, ясно. Your king moves of his own accord. Мой мидер. Хорошо. There are wraiths among you. You are in my presence. Бля, эту игру мы ее сейчас проиграем, потому что при собаке это жрется, и мы не сможем его запутать. А я до сих пор даггер не могу нафармить. Бля, какой же у меня мидер хуесос. За кем вообще бежали, я не могу понять, что, блядь, происходит в этой игре. Что ты делаешь? Не проебай ульт. Все. Ясно, я потратил топор в этот момент, АФК. Ебать, это шок. Я убил вард и сразу фурион кинул деревья. Да пошло на нахуй.
Какой может быть? I'm under attack. Да где помощь, вы что, дебилы, блядь? Всех же убить можно было. Ну и уродище. И чел сдох прямо на базе у врага. Бля, какие уродища. Ну это будет сложно выиграть, я сказал сразу. Сложно. Зачем почти пошел туда ульт сделал? Ну, блядь, ну, почему я не могу понять, что мы Бристлбека не пробиваем? Почему я каждый раз думаю, когда кидаю стан в Бристлбека, что мы идем его убивать? Я просто кидаю стан, фафанчик. Я просто решил кинуть стан и просто решил пойти подраться с ним. Фафан, я не иду до конца драться, это же очевидно. Мы же не пробиваем Бристлбека. Что это? Почему я чел фидит? А как игру, блядь, выиграть? Хуесос на мидере фидит. Он им отдает постоянно кучу золота. I'm always at my best. Ну нечестно, блядь. Your king moves of his own accord. А где твои итемы, долбоёб ебаный? Шоковый контент. Помойная терапия. I walk among you. Keep your thoughts to yourself. Your top tower is under attack. Behold the wraith. As you advise. Бля, у меня мало итемов, мне надо больше. Мне надо БКБ уже иметь с Джолниром. На 30-й, наверное. Мне не будет. Я никак не успею выформить. У меня на кор роли хуесос, я не могу эту игру играть. Я не могу ее выиграть. Она ее рунит и рунит. Че повторяю. Он не даст выиграть нам. Это типичный хуесос на кор роли, он просто не даст выиграть. Он не позволит выиграть, он будет умирать и умирать и умирать, он не дает выиграть. А где помощь? Где Рики Мару? Где все хуесосы? Вау. Что делать, блядь, с этим Эмбером? Блядь, да инвалид на Эмбере игру проебал нам. Не знаю, как выиграть. Слишком инвалид. А, лол, я умер, я дал, он бегает. Не дал. Я, оказывается, забайтил. Ебал, крит, дай ему! Ну да покажи мне его, пидорас! Бля, Джакира. Бля. Your top tower is under attack. Let's see your power. Ой, бля. Behold your king. Your top tower is under attack. By any measure. А, бля, это очень сложная игра будет. Your top tower. Вернее, она уже есть очень сложная. So what if I swear? Нахуй сос на короле. Haste. By my decree. Мне БКБ надо, походу. I walk among you. Be
Почему у меня закончилось? Помогите мне, дауны, вот же, за мной бежит. Лол, дауны, помогите, алло. Сколько раз показать? Алло, дауны. ГГ. Я нафидел, я зарунил, ну, я на минус морали уже. А, все, ГГ, мы проебрали. Да, я зарунил, ГГ. И, блядь, дауны не бежали ко мне в это время. Если бы не бежали... Короче. GG. Я дал Рошана, я дал игру, потому что считаю, что... Блядь. Почему они ко мне сразу не бежали, блядь? Я должен был делать блинк-даггер, наверное. Я споймал стрелу потно. Короче, я проебал эту игру. Ну, Эмбер начал, а я закончил. Это то, что я сейчас умер, я очень отдал много. Нажми ульту, алло. Ура. Не успел. Я миллион отдал, я прям вообще им столько отдал, пиздец. В пизду. О, очень сложно так, ну, очень сложно. Только до этого сегодня играл, за меня были какие-то хуесосы руинеры. Надо подсобраться и выиграть. И оффнуть стримич. Хотя, может быть, если я выиграю, в героев поиграю. Посмотрим. Блядь, мне мало итемов. Ну, вообще, на самом деле, если бы они сразу побежали, мы бы их всех разъебали. Но... Союзники тормоза ебаные. То есть я ошибся, но меня можно было спасти. Но никто этого не захотел делать. Давай в мозгу, сори. Бывает. Почему гетбэк? А, блядь. Ну почему? Ну вот же, изи два хуесоса. Нахуй, блядь. Роша на гол. Алло, даун, блядь! Почему никогда никто этот Аегис не забирает? Да где вы все, алло, блядь, вниз там? Бля, я горю уже слишком. Я вчера, короче, выиграл, блядь, слишком сложную игру, прям супер сложную. У меня челик вылетел, мы играли 4 на 5, у меня челики на корах опять же хуёво играли. Потом сегодня я идеально играл, у меня 2 дауна на корах просто руинили. И это третья игра, у меня опять какой-то хуесос на коре. Я уже, ну, теряю мораль, это реально видно. Я проебываю мораль. Вирки Дженки! Милорд, неужели ваше сердце столь огрубело в битве, что вы не чувствуете чужой боли? Любовь не терпит предательства, ибо любовь есть Бог, а творение не может ослушаться Творца. Границы в головах, а не в барьерах с колючей проволокой. Окститесь и помогите нуждающимся, ибо милость есть сила сильна. Надо подождать БКБ и напасть. 5 на 5 просто и все. БКБ я смогу убить, если у Феникса... У меня есть топорик. А, нет, топорика не будет. У меня Фурион на фокусе, чтобы у меня деревья не кидал. Ну что-то будет бесить реально.
By my decree. Wraiths, your king is here. Question. Ебать, там Патма фармит с Тимоганимом. We are in agreement. Найс, играет хуесос, пиздец. Who's in charge here? Я шокирован. Его убили? Убили же. Ну это руйнер, это, блядь, слава. Руйнер. Просто руинит, и руинит, и руинит, и руинит. Found me twice. Shame on you. Они просто знают, что ты хуесос, вот они на тебя идут. Рексар напал 1 на 100. Найс. Your king moves of his own accord. Tis I. Эх, вот его добить. Ой-ой-ой, байбеки подъехали. Это уже невкусно. Нам нужен Эмбер. Нам нужен помощь! Нужна помощь. Найс. Джинджи. You are in my presence. А, блядь, Аегис проебали. Ну, поменяли Аегис на байбек. Мне нужно Бесал, наверное, сейчас. Ну, однозначно Бесал вместо Блэкмейла. Не наверное, а однозначно. You are in my presence. Где у меня пропала группа? Где-то была группа, но его нету больше. Потому что Рексар атаковал. Почему у меня чат включен? Что он делает? Зачем он рунит игру? А как выиграть, пацаны? У меня король идет и фидит в лейте. Он идет просто фидит и фидит и фидит. Он не хочет играть. У меня чел хуесос, я не знаю, как выиграть. Да блять, я ебал! Просто, блядь, настолько сложно, почему так сложно? Почему союзники такие хуесосы, вонючие, бездарные, блядь? Что ж на, сука. Почему этот Эмбер такой сын побледухи? Почему еще один офидел? Да зачем они это делают, блядь? Как они играют в эту игру, блядь? Ебать! Да, это... Они просто идут и фидят. Они не дают выиграть. Да. Тут победы, вот скажу вам честно, победы кроме меня никто не заслуживает. Они просто идут и фидят. Они просто идут и фидят, и фидят, и фидят. И фидят, и фидят, и фидят, блядь. Your king is here. Вот это... Провал контента. By my decree. Сколько можно, блядь, фидить, долбоёбы? Опять умер? Ясно, давайте опять умерите. Ай-яй-яй, как меня это заебало. Помощи-то не будет. ГГ. ГГшечка.
Я не вижу противников. Шок. Ну, это не выиграть, парни. У нас, кстати, трое мертвые, я зря напал. Сейчас меня убивают, игра закончена. У меня реинкарнация почти. Ёбана в рот. Почти невозможно выиграть, кстати, уже, блядь. Почему они все сидят? Почему они пошли драться 3 на 5? Кто-нибудь вообще знает ответ? Вот, адекватно. Адекватный. Они пошли драться вот, 3 на 5. Там не было... Вот. Ой, блядь. У него уже, блядь, много. Абиссал урона не дает в этой версии. То есть я куплю Абиссал, но убивать я не смогу anyway. Интересно, почему мы пятером не идем подраться? Очень интересно. Your king moves of his own accord. Ебаный Эмбер. Где твоя буриза, блядь? Сколько у тебя в этой игре было фрифарма, всего фри, ты не можешь ничего реализовать, только видишь. Что он делает? Где, блядь, тучка? А, тучки нету, просвета нету, ясно, гг. Найс, туча на реке, долбоёб. Тупо руйнер. Ладно, я сдаюсь, пацаны. Мы проиграли. Ну, как выиграть? Вы же видите, блядь, этот хуесос на Рике не дал тучу на Феникса. И убил команду нам. Найс. Не выиграть. А, Эмбер умер, кайф. Ну не выиграть с ними, не выиграть, это просто, ну, блядь, не выиграть. Не выиграть. Объективно не выиграть. Что поделать? Чел АФК, блядь, когда базу уносит. Где помощь? Хуй знает. Ура, он умер, блядь! Your middle barracks are under attack. Questionable. Мы не выиграем, я думаю, понимаете уже. За меня три последние игры играют такие хуесосы, что словами не передать. Сначала Симодок ливает, оставляет меня с двумя корами супер слабыми, которые супер слабо играют. Next игра у меня тупо два кора или Акбайры, или геймрунеры, которые специально рунят. Еще одна игра у меня Эмбер Акбайр, опять же. Просто не вижу, как выигрывать. А, они еще дали фрирошана. Элитные хуесосы. Они его не чекнули. А нахуя? Они его даже не чекнули, а нахуя? Это элитные хуесосы. Они АФК тупо стоят. Лоу. Упадите, блядей. Амбра, ноль шмотов, сори. Идем драться против Аегиса, найс. Это ГГ. ГГ?
Ну как нам не выиграть? Просто руйнеры, блядь, элитные хуесосы. Они отдали Рошана, а как это вообще возможно было сделать? Зачем они отдали Рошана, блядь? Никто его не мог чекнуть? Как мне теперь стащить, когда Абиссал урон не дает в этой версии? У меня урона мало. Мне МКБ надо вместо армлета, но если я соберу МКБ вместо армлета, у меня не будет брони. Буду без брони плейч. Прикольно плейч. Где Буриза в этого хуесоса, не знаю, не вижу. Гейм руин. Я не мог эту игру выиграть. У меня команда хуесос. Сори. Все все видят. Эмбера даже нету, он даже не пытается играть. Три последние игры у меня вот такие вот кор роли. Причем одну из них я вытащил, а одну игру мне прям руинили специально. Ну это я проиграю, то есть одну я вытащил, одну проиграю, а одну мне специально заруинили. И спрашивается, как можно выигрывать. Никак. Портива Егиса, найс. 0%. Я мог обесал сделать, но я уже туплю. Мне минус мораль. Я слишком минус мораль уже. У меня элитные хуесосы команда. Я выиграть просто не могу с ними. Ну блять, ну тупо руйнера, как я должен выиграть это? Рикимару несколько раз зарунил игру, он вот здесь мог дать тучу, мы бы убили им базу. Если бы он дал тучу на Феникса, ну сори. Он тупая, бездарная мусорка, поэтому тучу не дал. Вот и все. Минус сторона против Фуриона, удачи выиграть. Отлично, Эмбер играет. Бесконечный фит 9-12. Кайф, найс, кор роль. Просто игра не выигрывает. You are in my presence. Ну уже мы все, мы уже проиграли, 100%. Ну не мы, блять, а эти дебилы, я... сделал максимум, даже учитывая парочку ошибок. Когда свои морали, блять, как третью игру подряд подобную, когда у меня тупо супер хуесосы на королях. Я сделал реально дохуя. Ну это просто пиздец. Он просто шел, фидел. Мирана там уже миллион итемов. Шок. Мы вообще ничего не можем делать, мы не можем. Ничего не можем, эта игра закончена. А, это Эмбер, это пиздец. Ты не человек. Хуесос. Сторонящий хуесос. Your king is here. Who's in charge here? It's the pilot. А, все убежали? Да, я понимаю, братан. Мы ж 5 на 4 делаем сейчас. Да вот же я его башу, блядь, алло, дауны, блядь, дебилы, блядь. На, блядь!
Да куда вы ломитесь? Ты нету. Не могу там драться. Да, ноль помощи, пизда. Куда они ломятся, я не знаю. Это было очевидно, что мы пизды там получим сейчас. Куда они ломятся, я не знаю. Байбек от Феникса, то есть никого из коров мы не развели на байбек. Сейчас меня будут разводить на байбек, ну, блядь, мертвая игра. Не можем выиграть. У Эмбера есть деньги, но, понимаете, этот хуесос постоянно фидит. Он если купит рапиру, мы с ним не выиграем, потому что мы потеряем в течение, там, не знаю, ну, очень быстро. Нет, выбор должен был байбекиться. Мои челики просто не могут дефать. Если я не байбекаюсь, то в любой момент врываются на кого-то из союзников, даунов, и нам выносят трон просто. И все. То есть я не могу не байбекаться, блядь. Потому что я знаю, что на кого-то из этих хуесосов ворвутся и нам вынесут трон сразу. Это просто, ну, это очевидно. Так всегда. Что поделать? У меня урона нету, потому что Абиссал, блядь, урон не дает. Как бы я бы Бристлбека убивал несколько раз. Если бы Абиссал был бы старый. Но... Абиссал такой, какой он есть. И я хуй знаю, что делать. У меня нету урона, мне не знаю, что делать. Как бы армлет продавать тоже не вариант. Придется даггер продавать, потому что... Если я продам армлет, то Маки Кимбар не намного больше дает ДПСа, чем армлет. То есть это, ну, особо ничего не решит, походу не сделает. Понимаете, потеряю даже так спид. А, все, ясно. Байт на дабл дэмэдж. Приколюха. Купи рапиру, долбоёб. О, он купил, я подумал. Ну это была фривин игра, чтобы вы понимали. Эта игра была фривин, против какого пика наш пик должен был выигрывать изи. Даже с Рикимару... Ну, мы должны были выигрывать изи, но Эмбер это просто пиздец. Такой чел тебе не позволит выиграть. Он сделает все, чтобы проебать. Он делает телепорт на низ, когда нам выносят мид, когда нам трон сейчас дадут хуярить. Ну, урон нет, видите сами, да? А теперь я стою здесь и... ясно. Вот что он делает, когда у меня байбека нет. Молодец. Очень умно, Эмбер, очень умно. Очень умно. Ни разу не долбоёб. У меня байбека нету, он это понимает. Его сейчас убьют. Не, ну это, блядь, не человек. После игры там матч 100% умирает, там даже не обсуждается. Вообще, блядь, не человек. Мне БКБ, кстати, вообще нахуй не надо, но юзус. Имеет смысл его, по крайней мере, выложить пока что и взять МКБ, а потом, может быть, в будущем обратно вернуться к БКБ. Типа это 5 секунд БКБ, оно вообще ничего не дает уже. Где Эмбер? Рошана бьют, Эмбера нет. Где этот хуесос? Они сейчас его условят. Найс, конечно. Так где помощь, ебаная, но... А я ебал. Всю игру без помощи. А, блядь! Помощь оформите мне! Да помощь мне ебаните, блядь! Да что за хуйня, где помощь, блядь? Даун, сделай помощь! Сделай помощь, долбоёб, ебаный ты, блядь!
Пидорас, блядь, мать твоя шлюха, блядь! Хуесоска. Ни разу помощи никто не оформил. Да пидорас просто, это невозможно выиграть, блядь. Ну он просто помощи нету, блядь. Врываюсь, стану челиков, он всех отпускает, он просто всех отпускает, нахуй, он всех отпустил. Он тупо всех отпустил, просто отпустил. Вау, найс руниш. Найс помощь, бисмастер. Найс помощь, Эмбер. Пацаны, хорошо помогаем. А, вот и минус рапира. Все, я сдаюсь. А проще, что тут? Сдаюсь, не сдаюсь, они бы проиграли. По факту. Вы видите все сами. Вот здесь вот хуесос просто отпускает противников. Отпускает, 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 отпускает. Он их просто отпускает постоянно. Он всю игру руинит. Пришел, сразу сдох. Рапира лежит даже, всем похуй, кстати. Нет, это не рапира, не, оно тут драма, да. Блять, нельзя было выиграть, это просто, блять. Просто, блять. Просто, блять, это просто... С этим челом, блять, это... Он может купить вторую рапиру прямо сейчас и дефить базу. Он додумается, интересно? Вторая рапира и дефаешь базу, изи. Две катапульты. Нет, второй рапиры не надо. Нет, не покупаем вторую. А них нам хватает, окей. ТП на базу даун. Имбицила лесны, блять. Чудовищно. Импакт Эмбера в лейтгейме. Проверяйте. Сделал 300 урона по Фениксу. Вкусняхи. Да. Даже репортить не могу. То есть, короче, вот мои три последние игры. Да, он какой-то, блядь, на паке просто, блядь, вообще, блядь, тоже фидит. Ну, прям, конечно, намного лучше этого Эмбера, но тоже, блядь. Дум какой-то, блядь, бездарный, думы не кидает. То есть, пришлось тащить их. У меня вылетел лич, я 4 на 5 затащил. Без лича. Этих вот двух королей слабых. Next игра. Мне просто руинят. Зевс только фидит на миде. Магнус, Даггер на 25-й, 1-4. Просто вынесли трон за 25 минут. Next игра, вы видели сами. Эмбер, тупо гейм-руинер. Невозможно выиграть. Он идет и умирает бесконечно. Я один раз тоже заруинил, сделал критическую ошибку, но меня просто, блядь, уже плавит. Это пиздец какой-то. Три игры подряд за меня просто самые худшие хуесосы. И... Ну, одну я выиграл, одну проиграл с хуесосами нереальными. А одну мне специально руинили, насколько я знаю. Ну, тут Магнус или Зевс специально прям руинил. То есть, чтобы вообще даже не пытался играть. Блять, как это выиграть? Насколько идеально надо играть? Как я могу каждую игру отыгрывать, как вот эту? Смотрите, вот эту игру мне повезло сыграть супер идеально, да. Но эта игра... Я нахуй уже упал по морали. Я не могу таких долбоебов тащить. Вот ты играешь, играешь, он просто идет соло и фидит. И так до бесконечности. Нахуй пикает героев, которые ходят соло. То есть нахуй пикает спидпушеров. Он идет в соло и бесконечно фидит. Он дебил, не человек. Это не прекращается, его фид. Всю игру. Как играть? Как играть? Как играть? Никак. Хуесосы, руинеры. 0%. Балова мать, блядь. Поиск говна.